Ломоносовская школа для меня, наверное, запомнилась больше всего атмосферой, преподавательским составом и невероятными ребятами, которые здесь, которые... Это действительно друзья, которые остаются с тобой после школы на очень долгое время. Может, возможно, даже на всю жизнь. Эта школа – это практически как дом, в который мы возвращаемся каждый год с удовольствием и приводим следующее поколение своих братьев и сестер. Я пожелаю школе сохранить, наверное, вот ту приятную атмосферу, в которой удалось учиться мне, в которой учились мои одноклассники бывшие. Сохранить именно вот ту атмосферу дома, ту атмосферу семьи, которая царит в школе. Потому что это, конечно, делает условия обучения максимально комфортными, что как бы немаловажно очень. Да, я полностью поддерживаю Аню, потому что такого уюта нету нигде, ни в каком университете нету такого домашнего состояния, где вот приходишь каждый день и не думаешь, что вот в 7 утра встал, пришел в школу, а приходишь и прям как будто ты домой, вот проснулся и пришел в новый дом к своим друзьям, которые как родственники, и учителя как родители. Да, еще хочу добавить про технологии интеллект ребятам, что технологии интеллект, правда, очень ценная штука, вот, очень полезная, и учите их, потому что, чтобы эти технологии развивались, потому что вы несете в себе вот эти вот последующие знания, которые вы потом, возможно, я, например, советую многим своим однокурсникам, как там конспектировать что-либо, потому что это очень во многом вам пригодится и поможет, поэтому технологии интеллект, вот, чтобы больше и больше было. Ломоносовская школа с 25-летием!